Однажды я оперировал двое суток подряд, без перерыва. Вот этой штукой, да? Золингеном? Раненых было много. Мы взяли, сколько смогли втиснуть. Немцы бомбили нас без перерыва. Ох, и бросал наш пароходик. Слава богу, ни одна бомба не попала. Ну что же, они бомбили, а я оперировал. Угу. Так двое суток от стола я не отходил. А этот самый наркоз? Ты наркоз. Стакан водки, да два матроса навалят, прижмут к столу. Это мои санитары, так сказать, были. Вот и весь наркоз. Да, помню, чифирем меня поили, чтобы не спал. Все на как в тумане, так вот. Сзади меня медсестра у нас была там, она меня сзади поддерживала. Еще матрос, замечательный парень. Только у меня глаза закрываются, он кулаком в ребра, доктор, терпи. Вот. И был там еще один майор. Он отвечал за все это, за раненых и все. А при операциях лампу держал. Кто кричал вперед за родину? А кто-то просто мама. А майор, который лампу держал, все просил: ребятки, милые, не терпи, матерись, легче будет. Да уж, не знаю, от чего пароход сильнее кидало. То ли от бомб, то ли от... Сколько я вот таких ребят за войну повидал, а этих всех в лицо помню. Так и стоят перед глазами. Вот до сих пор иду по улице, и вдруг он! Они ж теперь совсем другие. Если живы, конечно. Ну и вот, помню, заканчивается наш переход двухсуточный. Уже берег виден, утро, туман. Да, и подходит ко мне майор, так обнял меня за плечи и повел от стола: доктор, иди отдохни. А мы тебя к ордену представим, к боевому, это тебе обещаю. Ну, а пока ордена нет, возьмет ее на память. Да, иди спи. А я уже спал, прям рухнул и ничего не помню больше. Теперь не смог бы. Ясно. Ну и представили тебя к ордену, не забыли? Выполнил свое обещание, майор? Нет, он не смог. Ну, понятно, война. Не до орденов. Кто считает? Ну, а бриться-то зачем этой штуковиной? Храни как сувенир на память. А для дела найдем что-нибудь поприличней. Вот, между прочим, ШИК. Всемирно известная фирма. Со сдвоенными лезвиями и, что характерно, совершенно безопасно. Владей. Это мне? Ну, а кому же? Слушай, какая прелесть. Ван Шпуш-Клинин бьется два раза. Уникально, ты щедр. Ну, просто приятно, смотри. Вот этот подарок, спасибо. Замечательно. Замечательно. Владей и радуйся. Спасибо. Двойные ножи.